Что касается отношений с Китаем и перспектив развития этих отношений, говорить о доверии, потому что вот теперь мы все, мы дружим теперь с Китаем, и мы будем доверять китайцам, они наши друзья, или как в 50-е годы с песней «Москва-Пекин», «Вперед идут народы». Нет, наверное, вернее, наверняка. Доверять не нужно в политике никому. Существуют национальные интересы, которые на определенном этапе они совпадают. Просто нужно использовать совпадение национальных интересов и ловить вот эту вот струю. То есть сейчас нам выгодно быть вместе, нам выгодно сотрудничать. И самое большое, что мы можем сделать в этом направлении, не испортить эти отношения. То есть отношения сотрудничества нас вполне устраивают. А целоваться в десна, ну, я думаю, что совершенно нет никакой нужды с китайцами. Пусть они живут. У них своя вообще система. Они построили свою экономику, одну из сильнейших экономик в мире, на той структуре, которая на том режиме, который наверняка сейчас уже абсолютно не подойдет нам по всем параметрам.